По словам директора Департамента образования и науки Югры Алексея Дринина, проверка показала, что школа не приняла достаточных мер для разрешения конфликта между детьми. К работе не подключились ни педагог-психолог, ни служба медиации. В ближайшие дни в информационной системе образования Югры в личных кабинетах родителей и детей появится вкладка о буллинге. Там же можно будет сообщить о факте травли напрямую главному внештатному психологу нашего округа. Кроме того, всем образовательным учреждениям поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей.